Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска, которая впервые приехала к нам в магазин. Она называется Джунама Миро Сайтин. Посмотрите, какое здесь дно. Посмотрите на это золото. Это обалденная коляска. Премиум класса. Давайте посмотрим поподробнее. Она у вас выполнена наполовину в этой коже. Здесь у вас идет пластиковое дно. Козыречка опускается очень низко. Также здесь у вас есть отворот, чтобы вашему ребенку ветер, снег, дождь, ничего не попало. Посмотрите, вот здесь какая ткань. Здесь у вас есть кармашек, очень удобный. Накидка на ножки у вас крепится вот здесь на магнитиках. И по бокам у вас есть обычные липучки. Посмотрите на внутренность. Она очень широкая, длина стандартная, толстенный матрасик. Также здесь у вас есть вентиляция. Открывается и закрывается. Спинка у вас регулируется по высоте. Когда ваш малыш начнет подрастать, спинка поднимается. Поднимается она, если что, у вас наружу. То есть вот здесь есть кнопка. Нажимаем на нее и крутим. Барабашка так называем. Также, что еще вам хотела сказать. Здесь у вас есть москитная сетка. Для лета, для циркуляции воздуха. Нажимаем с двух сторон. Вот так вот она выглядит, чтобы в летний период вашему малышу здесь было комфортно. Переносить в дальнейшем люльку вы будете вот за эту ручку, которая также выполнена в качестве эко-кожи. Ручка для мамы также идет из эко-кожи. Регулируется по высоте с нажатием двух кнопочек изнутри. В комплекте есть обалденная сумка, цвет. Обалденная ткань, посмотрите. Также здесь есть дождевик, москитка, подстаканник, ремешок, чтобы вы могли повесить на плечо, и клеенка-пеленка. Дальше. Колеса здесь у вас идут гелей, мягкие, гнущиеся, чтобы вы видели, и передний, и задний. Тормоз у вас посередине, один, колесики стоят, наверх колеса будут крутиться. Амортизация у вас мягкая, пружинка есть вот тут внутри и вот здесь. Амортизация фиксируется, она идет шестиступенчатая, вот здесь вы ее можете отрегулировать. Давайте покажу, вот она, видите, прям мягенькая-мягенькая. Колесики, если что, у вас снимаются задние с нажатием вот этой вот кнопки. Передние колеса вращаются на 360 градусов, снимаются при помощи вот этой кнопки. Фиксируются, поворачиваете, поедут только прям. В другую сторону будут крутиться. Также на передних колесиках у вас есть антишок-система. Что это такое? Если вы врезаете по репре, колесики просто назад спружинивают, и ребенка не так сильно трясет в коляске. Корзина у вас идет большая, вместительная, выполненная из эко-кожи закрытого типа. Можно в любой момент подлезть к ней и вытащить все, что вы хотите. Снятие самой люльки у вас идет макс-клик, что ли. Нажимаем вот здесь две кнопки и вытаскиваем. Переносим саму люлечку вот за эту ручку. Также есть отворот, защищающий вашего ребенка от ветра, от снега, от дождя. Здесь также есть огромный кармашек. Накидка на ножке крепится у вас на двух клепочках. Накидочка утепленная, для зимы подойдет. Ширина, длина здесь, я бы даже сказала, нестандартная. Она длинная, она реально длиннее, чем другие коляски. Внутри есть матрасик, который можно в любой момент снять и стернуть. Пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики. Также есть межпаховая накладочка. Обязательно есть ограничитель между ножек, чтобы ваш малыш никуда не вывалился. Бампер для ребенка идет очень мягкий, выполненный из эко-кожи. Снимается с нажатием одной кнопочки в сторону. Подножка у вас идет также из эко-кожи. Если все запачкаете, легко снимается и стирается. Хоп, убираем. Поднимаем до защелкивания. То есть вы можете отрегулировать наклон именно подножки. Спинка у вас механическая. Поднимается при помощи просто нажатия, а опускается, смотрите, здесь нового типа рычажочек у вас появился. Опускаем вот таким образом. Сзади у вас идет москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. Сейчас примерно покажу, как собирается данная коляска. Полностью собирать ее не будем.
смотрите, вот здесь вот у вас есть две кнопки, уже нажались, вот они снизу. Нажимаем и опускаем вниз. И коляшка ваша соберется, и можете переносить ее вот за эту ручку. Вот, видите? Видеообзор завершен на эту обалденную крутую коляску. Вы можете заказать ее у нас в интернет-магазине, оформить на нее рассрочку и просто прийти к нам и заказать прямо здесь. Ждем с покупками.